Завтра на площадке фестивального парка в Самарской области откроется молодежный форум Приволжского федерального округа «Иволга-2015». В нем примут участие более 2000 молодых людей из всех регионов ПФО и Аргентины, Германии и Швейцарии. В этом году от Чувашии на форум «Иволга» отправляются 88 человек. Все они будут участвовать в 9 сменах по стратегическим направлениям государственной молодежной политики. Инновации и техническое творчество, ты предприниматель, медиа-волна, политика, спортивная молодежь, здоровая нация и другие. Впервые планируется смена «Патриот». В рамках молодежного форума состоится защита авторских проектов. Идеи участников будут оценивать профессиональные эксперты всероссийского уровня. Лучшие проекты получат поддержку в виде грантов. Общий фонд составляет 11 миллионов рублей. Пообщаться с молодежью Приволжья на «Иволгу-2015» приедут известные политологи, государственные и общественные деятели, бизнесмены, журналисты.